Ребята, убедитесь, пожалуйста, то, что под этим видосиком кнопка подписки не красная, а серая. Это значит, то, что вы подписаны на мой канал. Только самые крутые ребята подписаны на мой канал. Поэтому подписывайся, дружище, обязательно, если ты еще не подписан. И помни, то, что ты самый лучший. И жесть получи! Все как пьян. Смотрите, какой он здоровый. Мамочка! Блин, ай, сожрет все... Привет-привет, друзья! С вами я, Кекс, Мультипульти, всем вкусняшек и мороженок. И сегодня у меня новые приключения аниматроников, да, друзья? Итак, смотрите, сегодня увлекательная серия. Сегодня у меня за главу Фредбер, друзья, помогает ему Фокси, Фокси бриллиантовый, да. И зомби зеленый. Кто это? Да, Принтрап, друзья. Бэйби и красный аниматроник Бонни. Так, друзья, смотрите. В GTA 5 полна сюрпризов, ребята. Вы же знаете, что в ней иногда появляются разного рода монстры. Да, и сегодня мои аниматроники отправляются на поиски такого монстра. Я думаю, вы уже заметили в названии, да, друзья? Сегодня аниматроники будут искать тиранозавра Рекса. Офигеть, да, друзья? Итак, последний раз тиранозавр появлялся в горах. Да, друзья, и сейчас мои аниматроники отправляются в горы. Я надеюсь, что нам повезет, что нам повезет. Опа, тихо-тихо! Смотрите! Здорово! Здорово, Чика! Здорово, Фредди! Здрасте! Привет! Отлично, друзья! Ну, мы встретили аниматроников! И я надеюсь, что нам сейчас повезет. Я очень надеюсь. Так, Фокси был. Так. Итак, мы отправляемся на гору Чиллаут. Вернее, на вторую ее вершину. И попробуем, друзья, попробуем найти тиранозавра Рекса. Кстати, друзья, вы просили, и я надеюсь, что сегодня мне повезет. Я очень хочу, чтобы мне повезло. Да, но я не уверен, я точно не знаю, это же GTA, друзья. Он может здесь быть, а может и не быть, а может их здесь целая куча тиранозавров, да, друзья? Главное в это верить. Кстати, друзья, если вам нравятся мои аниматронички, да, если вы хотите, чтобы они нашли сегодня тиранозавра Рекса, друзья, поддержите их, поддержите, лайк поставьте, подпишитесь на мой канал и напишите крутой комментарий, вы чё, обязательно, без этого никак. Без этого вообще никак. Аниматроники, чё, просто будут вам ездить тут задарма? Хе-хе! Ладно, друзья, мы подъезжаем, друзья, мы подъезжаем к горе, так? Аниматроников, видимо-невидимо. Зайцы, Спринг Бонни поехал, вы видели? Так, я надеюсь, нам еще один, блин! Так, ля, смотрите, чувак один чешет в горы. Вообще, с дуба рухнул. Вот додик. А если там тиранозавр? Нас хоть 6 человек, мы хоть от него отобьемся, если мы его найдем. Хоть бы нам повезло. И так хочу встретить этого тиранозавра Рекса. Блин. У меня сегодня очень крутые, жесткие аниматроники, да, друзья? Зомби Спринтрап, обожаю. Вы же знаете, обожаю. Еще один додик. Куда ты чешешь? Куда он чешет? Ты видел? Вообще, точно с дуба рухнул. Он рухнул с дуба. Так, друзья, капец. Мы заезжаем в эту гору. Так, тихо-тихо.
Что такой разгон взял? Фредбер! Ты что, осторожней? Осторожней! Блин, тихо! Спокойно, спокойно. Так львы гуляют. Так, давай сейчас, друзья. Сейчас, сейчас. А ну давай. Только не разгон, не разгон. Сильно не гони. Давай поворотик. Поворот, отлично. Так, друзья. Так, едем. Почти до середины дороги доехали, друзья. Офигеть. Вот где ты здесь. Вот где ты здесь последний раз. Друзья, видели тиранозавра Рекса. Куда, куда, куда? Куда, блин, куда? Блин, сорвались. Давай, поехали. Газуй, да газуй, да газуй. Блин, машина сломалась. Блин. Она заглохла. Чё, она не едет? Друзья, это жесть. Блин. Мы прилипли. Друзья, мы в полной заднице. Капец, в жопине. Так, чё там, Фредбер увидел, друзья? Фредбер чё-то увидел. Так, давайте глянем. Ля! Нифига себе! Зубоголовые! Офигеть! Чё за прикол? Дорога перекрыта! Ход закрыт! Чё за прикол? Чуваки, пропустите! Чё происходит? Чё происходит? А скажите, чё происходит? Закрыт проход! А чё? А чё он закрыт? Ля, Фредди Крюгер, а чё закрыт-то? Не пройдете, нет, не пройдете. Да почему? Тиранозавр! Нифига себе! Капец, друзья. Эти аниматроники перекрыли дорогу. Здесь тиранозавр? Нифига себе, а где он? Уходите, уходите. Да блин, а чё уходить? Мы вооружены. Мы вооружены, вы чё? Уходите! Блин! Друзья, вот эти зубоголовые аниматроники, как я их обожаю! Крутые гамбургероголовые! Пропустите нас! Нет, тиранозавр! Да пропустите, пацаны, вы чё? Нет, нельзя! Блин, капец, офигеть! Ладно, друзья, давайте пройдем втихаря! Давайте спокойно, спокойно, спокойно чешем. Так, спокойно, не обращайте внимания, проходим. Надо найти тиранозавра Рекса. Погнали. Так. Так, он где-то там. Я чувствую, что он где-то там. Погнали, друзья, погнали. Я боюсь! Да не бойся, бэби, чё там бояться? Так. Так. Ля, вы слышали? Друзья, вы слышали? А, я что-то слышу. О, это он рычит! Блин, точно! А где он? А где он? Ля, капец! Шесть, точно! Блин! Офигеть! Нифига себе, что происходит? Ого, движуха началась! Движуха началась! А, блин! Я горю! Капец! Фредбер, текаем! Блин, тиранозавр проснулся! Мы разбудили тиранозавра! Блин, жопа полная, а! Ребята, капец, где он? Где он? Вон он чешет, блин! Жесть, получи! Друзья, капец! Смотрите, какой он здоровый! Мамочка! Блин, ай, сожрет сейчас! Тихо, где он там? Улезет, блин! Лезет, получи! Жесть, друзья, мы нашли тиранозавра Рекса настоящего! Офигеть, блин, вот это да! Нет, ай! Сейчас сожрет меня, мамочка! Давайте, друзья, гасите его! Давайте! На, получи! Тихо-тихо. Давайте, стреляйте. Бонни, давайте, бэби.
Итак, друзья, сейчас получи. Получи. Вот, ой, блин! Офигеть! Офигеть! Он такой быстрый, не подходи! Не подходи, говорю, нет, нет! Не подходи! Не подходи! Лезет! Сейчас сожрет меня! Капец! Так, тихо-тихо! Капец, этих всех аниматроников задубасили вообще уже! Вот это крутяк! Бойня! Настоящий бойня! Ля, живучий какой! Получи! Ай, блин, сейчас сожрет! А, нет, 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 нет! Капец, тихо, вставай! Давай, Фредди, вставай! Блин! Да как? Как его загасить? Ай! Ой-ой-ой! Это жопа! Блин, давайте, давай, бейби, домой, стреляйте! Отвали! Отвали, говорю! Отвали, говорю! Давайте, молодцы, молодец, принтрэп, молодец! Фокси, бейби, молодец! Друзья, мы нашли Т-рекса, тиранозавр, рекс! Получи! 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 Ой, тихо-тихо! Куда ты разогнался? Куда? Не подходи! Да какой же он живучий! Какой же он живой! Блин, сейчас сожрет! Сейчас сожрет меня! Вставай, вставай! Давай, 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 молодец! Офигеть! Офигушечки! Блин! Да нет! Ой-ой-ой-ой, тихо-тихо! Давайте, ребята, гасите его! Блин! О-хо-хо! Вот это жесть! Он неубиваемый, друзья! Ой, блин, горю, горю, горю! Он неубиваемый, друзья! Он неубиваемый! Жесть, так надо что-то применить к нему! Что-то надо применить! Получи! Вот тебе! Вот тебе! Вот тебе! Да! Давай! Давайте, друзья! Уходите! Гасим, гасим его! Гасим, гасим! Да как? Офигеть! Ничего себе, ты видел! Вот нифига себе, давай! Давайте, ребята, Бонни, давайте! Сейчас мы его утопим! Сейчас мы его утопим! Офигеть, он первый напал! Он первый на нас напал! Так, давайте так, сейчас я его подорву! Получи! Получи! Еще разочек! Ой, блин! Че он там ныряет? Смотрите, он там ныряет! Он охотится, он рыбу ищет! Еще давай разок! Еще разок! Бабах! Бабах! Ля, хитрый какой, ныряет от нас! Ух, хитрый какой! Офигеть! Ты видел, нифига себе! Че за фигня вылез? Он вылез! Хитрожопый какой! Какой он хитрожопый! Ля! Ты видел? Нет, ты видел! Он от нас смылся! Блин, вот стекло! Вот стекло! Забздюхал! Забздюхал! Ладно, друзья, блин, блин, да что такое? Друзья, он неубиваемый! Он просто... Что он там делает? Он просто неубиваемый, мы со всех оружий по нему гасили-гасили. Гасили-гасили, он живой! Блин, нифига себе, да давай уже, блин! Он что там ныряет? Ладно, друзья, погнали в машину, может машину удастся завести. Давайте и сейчас попробуем задавить его. Такси, машину? Он такой страшный! Ага! Офигеть, какой он страшный. Так, садимся. Давайте, давайте, пацанчики. Так, сейчас, где он там? А ну-ка. Сейчас, получи. 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 Ладно, блин, пусть живет себе. Все, мы его нашли. Это самое важное, друзья. Это самое важное. Мы нашли тиранозавра Рекса. Мы красавчики, да, друзья. Наша миссия выполнена, блин, он бродит в горах, кто не знает, он живет в горах.
И я слышал, что он здесь живет не один, что у него здесь целая орава динозавров, да их здесь целая туча. Но пока что мы нашли только одного. Ну и этого хватит, да, друзья? Если вам понравился такой видосик и вы хотите еще когда-нибудь, чтобы другие аниматроники нашли Т-рекса, напишите мне в комментариях. Все, друзья, с вами был я, Кекс Мультипульти. Всем вкусняшек и мороженок, до встречи, всем счастливо. Всех люблю, целую, обнимаю. Да, друзья, всем покедова.